Рассказывай. Загадала? Да, что Путин умер. Что? Это было видео. А дочь ваша, она актриса? Ей 13 лет. Ну и что? Она актриса? Да. Да. Актриса. Угу. Хорошая. Будет она в этом? Хочет. Хранили Владимира Абрамовича Этуша. Угу. Мне с ним посчастливилось работать в театре, в спектаклях. Угу. И Владимир Абрамович тоже один из немногих. Вот он терпел мои выкрутасы, и я ему благодарен, потому что угу. я очень боялся его, когда мы начинали репетировать. Я думал, угу. ну точно будет, у меня выгонят. Угу. И Владимир Абрамович меня полюбил, несмотря ни на что. И Владимир Абрамович умер, и мы его хранили, и Князев, хотя мы с ним очень весьма поверхностно знакомы, он ректор Щукинского училища mm-hmm. сейчас, и я Князева, он ее увидел, и какие-то хорошие слова он сказал, мне, меня как-то похвалил незаслуженно, я не знаю почему. И я говорю, возьмете в институт-то, когда mm-hmm. придет? Он говорит, возьмем.